Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Audi Q7 2006 года выпуска, двигатель 3 литра, турбодизель, автомат, полный привод. Пробег на автомобиле 241 тысяча километров. Заменю на нем топливный фильтр. Фильтр меняли 41 тысячу километров назад, было 200. Открываю капот. Открыл капот. Вот у нас колба топливного фильтра под капотом стоит. Здесь насоса нет, как на последующей модели уже стали устанавливать. Один из подписчиков мне написал, говорит, что менял точно так же, как менял я в предыдущем видео. И после этого у него система завоздушилась, и пришлось там ему через компьютер все это прокачивать и запускать. Но я сейчас попробую еще раз сделать именно так, как делаю я, чтобы посмотреть, что получится. Надо будет потом прокачивать через компьютер или не надо. Вот 41 тысячу назад мы меняли этот фильтр, и ничего я не прокачивал. Беру, продуваю. Беру биту Torx Т30 и откручиваю 4 винта. Взял биту Torx Т30 и откручиваю. Теперь поддеваю и поднимаю крышку. Вот и все. Возьму крючок, зацеплю. Ой, прокладка сразу с крышки слетела. Откачиваю солярку. Маленько соляры откачал, ну а теперь беру, поднимаю фильтр. Обычно эта ручка отламывается, но не в этом случае. В этом случае пошел нормально. Да, фильтр за 41 тысячу изрядно потемнел. Снимаю вот эту прокладочку синюю и откачиваю солярку. Сейчас заодно посмотрим, есть там грязь или нету. Да, немного, но грязь присутствует. Солярку полностью откачиваю и грязь полностью собираю в аккумулятор. Это удобно сделать. Со дна вся грязь собирается. Вместе с остатками солярки, а потом я залью свежую солярку фильтрованную
и уже закрою крышку. Вот и все. Нету ни солярки, нету ни грязи. Я все собрал. Все сухо и хорошо. Сейчас компрессор успокоится. Беру новый фильтр фирмы Fram. C11045. Устанавливаю фильтр на место. Также в комплекте идет прокладка на крышку. Я ее смажу силиконом. Прокладка сверху и уплотнительное кольцо под дренаж. Я его тоже заменю. Здесь кольцо синее. Вот это уплотнительное устанавливаем. Прокладочку сейчас смажу силиконом, одену. Кольцо смазал и устанавливаю его на крышку. Все, кольцо установил. Теперь беру соляра фильтрованная, как я и сказал, и заливаю полную. Беру солярку и заливаю полную колбу. Вот я и залил. Получается около литра солярки. Еще чуть-чуть добавляю. Во все каналы она здесь зашла. Все. Полная. Ну а теперь закрываю крышку. Все четыре самореза наживил равномерно, подтягиваю их. Центральную часть, где прокладку синюю устанавливал, я не снимал,
поэтому я ее не трогаю. Она сразу идет отцентрована под крышку, как стояла. Все, получается, все саморезы можно затягивать. Крышка оделась. Тоже торг 130. Это у нас воздух. Вот я его выкрутил. Видно, солярка побежала. Я его закручиваю. Беру новое колечко. Колечко идет алюминиевое. И меняю его на этом болтике. Так. Старое кольцо в сторону, новое устанавливаю и затягиваю. Старое колечко убираю, вот оно, и солярку откачиваю. Здесь солярки, вон, прилично набежала через крышку. И ее откачиваю. Продуваю. Чуть-чуть замою. Все, компрессор пока отключил. Теперь беру, запускаю двигатель и пробую. Все, запустил двигатель, дал примерно 1500 оборотов, подержал маленько, и двигатель работает стабильно. Пусть продолжает работать, сейчас фонарик возьму и покажу, что на трубке подачи, на прозрачной, воздуха нету. Вот трубка подачи, в ней воздуха нету. Никаких дополнительных манипуляций я ничего не делал. Все видно, наглядно было. Заменил, залил, запустил. Никакого завоздушивания не произошло. На этом замену топливного фильтра я закончил. Также попрошу подписываться вас на канал, подписываться на Яндекс.Дзен, на Телеграм-канал. На Телеграм-канале я делаю краткие обзоры на инструмент, выставляю. Поддерживайте, поддерживайте лайками, дизлайками, комментариями. Пусть подписываются друзья, это довольно-таки
существенная помощь, когда на канале больше людей. Благодарю вас. Всего вам доброго.